Ваня, поздравляю с победой, долгожданная. Долго мы ее ждали. Как эмоции после матча? Понимаю, что было тяжело, губа побита. Положительные эмоции, больше никаких не может быть эмоций. Мы очень рады, что победили, потому что нам очень много матчей не везло. Надо было прервать эту серию, почувствовать уверенность в себе. Я считаю, надо было мне забивать второй гол, были моменты, и игра бы была намного легче. А так, ну, чем тяжелее, тем вкуснее победа, как говорится. Уже минуте на пятой ты мог отличаться. Перед тобой были пустые ворота, что было в голове до твоего удара и после удара? Не помню, что было в голове, просто хотел забить этот мяч, но не удалось реализовать, к сожалению. Надо выжимать максимум из этих моментов, и тогда будет команде проще, будем легче побеждать. Побитая у тебя губа, как я уже говорил, очень такой боевой матч получился. У тебя было много стычек непосредственно у тебя именно, что скажешь? Ну, это футбол, это жесткая игра, и надо иногда так жестко играть, и поэтому пришлось как нападающему получать немного и по губам, и по ногам. Это футбол. Победа. Спасибо.